друзья, вы на канале «Карибы. Жизнь на Кипре». Меня зовут Юля, и я снова с вами. По многочисленным вашим просьбам я нашла для вас очень классный комплекс, который расположен в моем любимом Алсанжаке. Здесь абсолютно новый комплекс с новыми квартирами. Комплекс наполовину уже построен и заселен. Но часть квартир еще не сдались в эксплуатацию, и часть домов еще строится. Сразу скажу по стоимости. Здесь очень хорошие цены. И что важно, что в этом комплексе есть квартиры 3+1, что большая редкость сейчас на Северном Кипре. Данный комплекс еще в таком находится состоянии строительном, да? Как я сказала, некоторые квартиры уже сельны и некоторые дома уже сданы. Мне нравится, что в этом комплексе есть подземный открытый такой паркинг. Ну, не подземный, наземный, что очень удобно. Машина находится всегда под укрытием. На Северном Кипре солнце, дожди. И, конечно, когда ваш автомобиль всегда в тенечке, это очень хорошо для лакокрасочного покрытие и так далее. Также мне нравится этот комплекс тем, что он расположен в таком хорошем месте, что вы здесь можете обойтись и без автомобиля. Вы можете пешком дойти до магазинов, которых здесь очень много, аптеки, все необходимые для жизни, вся необходимая для жизни инфраструктура. В 5 минутах ходьбы находится парк хороший, Алсанжак. Также расположена школа Ниджат Бритиш Колледж. Пешочком ваш ребенок дойдет туда спокойным шагом за 15 минут. Ну, либо на машине, там вы его там за 3 минуты довезете. Также недалеко пляж на машине. 3-5 минут пешком, около 20 минут, 15-12 минут спокойным шагом. Также здесь 2 пляжа, между прочим. В общем, здесь очень такой удобный район, вид, мы сейчас поднимемся, посмотрим, там с одной стороны вид на горы, с другой стороны вид на море. И я рекомендую вам обратить внимание на этот комплекс, потому что у него и локация хорошая, и сам комплекс хороший, который построил хороший застройщик. И знаете, сейчас на Северном Кипре найти квартиру 2+1 за 78 тысяч фунтов, это нужно еще постараться. Мы зашли в квартиру, попадаем сразу в большой зал, который состоит из кухонной зоны. Здесь у нас кухонный гарнитур. Вы знаете, кухня хороших размеров, большая такая достаточная рабочая поверхность. Здесь мы сюда можем поставить бытовую технику и все, готовить. Шкафчики у нас пластик. Симпатичная, да, бюджетная, но симпатичная. Хорошая плитка, еще все такое грязное после строительной отделки. Красивая широкоформатная плитка на полу у нас. И то, что мне нравится, здесь зона отдыха. Мы сюда можем повесить телевизор, поставить большой диван, красивые шторы. Вы только посмотрите, какое классное окно в пол. Алюминиевые рамы. И посмотрите, какой классный балкончик и вид на море. Вот в этой квартире вид на море. Во многих, кстати, квартирах есть свободные квартиры с видом на море. Комплекс вот еще строится. Здесь еще будут строиться дома, небольшой бассейн, парковочка.
В общем, еще все в таком процессе. Но в этом уже доме, в этом доме живут люди, и в соседнем доме живут люди. И вы знаете, мы сейчас находимся на первом этаже, он же высокий первый этаж, потому что же у нас есть парковка, и уже с первого этажа открывается классный вид на море. Посмотрите, пальмы, эти черепичные крыши, цветы и вид на море. Вот это все будет все красивенько перед домом сделают. В общем, все отлично. С третьего этажа будет вообще идеальный вид. Итак, зал хороший, добротный, такой большой. Я вам скажу, что размеры, ну, как в некоторых виллах. Мы проходим уже в такие двери интересные, раздвижные. Мы проходим в спальни. Здесь две спальни и санузел с душевой. Ну, давайте зайдем в душевую, в санузел, посмотрим, какая там плитка, сантехника. Все достаточно симпатичненько, аккуратненько. Вот. Заходим в одну комнату. У нас здесь что? Покрытие, ламинат, шкаф, купе. Ну, такой достаточно большой, я уже вижу. Большой вместительный шкаф. Комната небольших размеров, но сюда хорошо поместится большая двухспальная кровать, две тумбочки, ну, какой-то минимальный столик, рабочий стол, например, там. В общем, отлично, также окна в пол. Пойдемте в другую комнату. Вторая комната. Также тут ламинат, встроенный шкаф. С этой комнаты у нас открывается прекрасный вид на море. Я замерила комнаты где-то по 12 квадратных метров. Здесь также становится большая кровать, две тумбочки, вешаются шторы. И достаточно места для того, чтобы поспать и поработать. Вот, я встретила здесь свою клиентку по фитнесу, а также свою подругу Наташу. Вот она живет в этом... Наташа! Она живет в этом комплексе. Сейчас мы узнаем, как ей тут живется. Она нам все расскажет. Привет. Ну что, мы тут сколько? Мы уже год здесь. Ну, неплохо. Мне здесь нравится. Единственный минус здесь, потому что стройка еще продолжается. Они здесь, наверное, еще комплексы два будут достраивать. Я так слышала. Вот. А так, ну, больше ничего нет. Мы здесь перезимовали неплохо. У нас на первом этаже квартира, но неплохая изоляция. То есть, ну, не слышно вот здесь практически вот этой стройки, то есть вот этих всяких шумов. Тихо, спокойно. У нас туда на горы мы смотрим. Вот. Ну, кто вот здесь, в передней части, у них, в принципе, даже море видно. Да. Вот. И, ну, и магазины здесь рядом. Спустился вниз сразу магазины. Там это Белиде получается. То есть все близко. Парки, вот тут недалеко детская площадка, тоже можно пешком дойти спокойно. Очень удобное место. Сколько ты на Кипре, Наташ? Уже лет 9 мы здесь. У нее муж кипрет. Да. Ну, в общем, вот вам честно открытый отзыв. В общем, а какие минусы тут? Ой, минусы, ну не знаю. Ну, у нас было в старом доме, нас затапливало периодически. То есть, когда здесь дожди, здесь сильные дожди, надо затапливать. Но мы здесь перезимовали неплохо, ниоткуда воды не бежало. Тьфу-тьфу-тьфу. И вот, знаешь, надо, если электричество отключается, бывает там неполадки с этими с проводами, еще с чем-то, то обычно дом сразу остывает. Но здесь такого не было. Угу. Неплохо. Ну, а так, в общем, на Кипре минус, здесь ветра сильные еще. Угу. Вот. Но к дому, в принципе, не относится. Все устраивается. Сейчас мы поднялись на третий этаж, и вы только посмотрите, какой красивый вид из окна. Вообще, жить с таким видом, просыпаться каждое утро. Я бы тут столик поставила и кофе пила, и наслаждалась так тихо, спокойно. Дорога, которая здесь проходит, она вообще очень нешумная. Здесь только в этот комплекс заезжают. И вот там вот у нас отель Маримон, отель, пляж Маримон, там море. В общем, очень классный комплекс. И я вам рекомендую обратить на него внимание. До моего дома пешком 10 минут. Мне нравится этот район, он очень классный для жизни. Для сдачи в аренду я сказала бы только на долгосрочную аренду, потому что он, ну, может быть, не совсем удобный, здесь нет обслуживающей организации. Когда люди приезжают отдыхать, они хотят веселья, праздника, они хотят выйти вот с комплекса, и чтобы там было все, чтобы я в ресторане, в баре сидел, ребенок на площадке, там спа и прочее. А вот эти комплексы непосредственно вот в такой красоте находятся, они как раз-таки для жизни подходят. Такой тихий, спокойный уклад, все в шаговой доступности, мне очень нравится.
вот этот район, я вам его рекомендую. Если вас заинтересовал этот комплекс, у этого застройщика есть еще комплекс в Лапте, в район Лапте, там шикарнейшие виды на горы, там локация может быть дальше от инфраструктуры, если у вас ребенок, может, вот как мне кажется, здесь удобнее, там надо топать, но там очень красивые виды, и квартира столько же стоит, точно такие же квартиры, ну, даже лучше. Если вас вот интересуют то, эти предложения, то вы с нами свяжитесь, напишите нам. Мы дадим контакт агентства, которое продает вот этот комплекс от застройщика напрямую. У них есть эксклюзивное право продаж. А сейчас мы поднялись на террасу, и вы посмотрите, какой шикарный вид на горы. Все утопает в зелени. У нас тут и оливковые рощи, и пальмы, и даже цветы на елках. В общем, очень классное место, красивое, живописное. И хочу обратить внимание, что те, кто покупают недвижимость, квартиры на третьем этаже, вы можете рассчитывать на террасу. Но вы знаете, что на Северном Кипре вы получите титул на квартиру, на которой будет только ваша квартира. Придомовая территория, которая, как по правилам, ну, Кипра здесь принадлежит первому этажу, а также терраса, которая по правилам Кипра принадлежит третьему этажу, юридически официально вам не принадлежит. Но вы этим пользуетесь, и здесь такое есть негласное правило, и никто вашей террасой пользоваться не будет. Вы можете ее оборудовать, устраивать здесь, ну, там, какие-то мероприятия свои. В общем, терраса также ваша и входит в стоимость. И на другой стороне террасы вообще вид на море шикарный. Кстати, отсюда видно наши дома. Ниджат виден, коттеджи видны. И даже наша старая квартира видна. Также у нас есть хорошее предложение квартир 2 плюс 1, 3 плюс 1 в других комплексах. В районе Гирнел, Санжак. Если вас интересует, также пишите, связывайтесь с нами. Если вам понравилось видео, то ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчики, вы будете в курсе о выходе нового нашего видео. До новых встреч, встречаемся на Кипре!